2261 плейлист создан на моем канале на утро 23 июля 2024 года. И эту информацию предоставил YouTube сам, да? Сам YouTube предоставил. И это, конечно, замечательно, потому что лично мне посчитать количество созданных плейлистов на своем канале практически невозможно. Потому что их так много. Но сейчас это и не нужно, потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов. Причем это делает весьма оперативно, да? Наш плейлист, он тут же реагирует. Так. И это избавляет от множества хлопот, сберегает время, а самое главное — нервы. Остается только использовать эти данные, эту информацию. Что я, собственно, сейчас и делаю, снимая вот этот видеоролик.